Вас снова приветствует канал Video News, и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня мы поговорим немного о весьма близкой к нам по астрономическим меркам звезде Лейтена, красном карлике, который имеет у себя на орбите минимум одну потенциально обитаемую землеподобную планету. Звезда Лейтена, англоязычный вариант Лейтен Стар, обозначенная еще как GG-273, удалена от Земли на чуть более чем 12 световых лет и расположена в созвездии Малого Пса недалеко от яркой двойной звезды Процион, где ее собственно и можно наблюдать при помощи телескопа. Звезду назвали в честь голландско-американского астронома Вильяма Якоба Лейтена, который в 1938 году совместно с Эдвином Эббингоуэром определил впервые ее собственное движение. Чуть позже звезда была названа астрономами в шутку хитрой из-за своей несколько непривычной прерывистой траектории движения по небесной сфере. Звезда Лейтена – это типичный одиночный красный карлик основной последовательности спектрального класса М3. Его масса составляет примерно четверть от массы Солнца, а радиус чуть больше трети аналогичного параметра нашего центрального светила. Прогнозируемая скорость вращения данной звезды вокруг своей оси составляет не более 1 км в секунду, что дает ей возможность совершить полный оборот примерно за 116 земных дней. Эффективная температура внешней оболочки звезды Лейтена составляет около 3150 градусов по Кельвину, давая ей характерно красно-оранжевый оттенок. В настоящее время звезда Лейтена удаляется от Солнечной системы после максимального сближения около 13 тысяч лет назад, когда она прошла на расстоянии 3,67 парсека от Солнца. В то же время звезда Лейтена сейчас находится на удалении в 1,2 светового года от Проциона, также удаляясь от него после максимального сближения примерно 600 лет назад. Крайне любопытной особенностью звезды Лейтена является тот факт, что на ее орбитах в марте 2017 года были обнаружены две землеподобные планеты. Ближайшей к центральному светилу является экзопланета GG-273c. Она имеет массу всего лишь на 20% больше, чем у Земли, а ее орбитальный период составляет не более 5 земных суток. В то же время вторая планета GG-273b отнесена к классу суперземель и расположена в так называемой зоне обитаемости. Ее масса составляет примерно 3 массы Земли, а орбитальный период чуть меньше 19 земных суток. На данный момент GG-273b является одной из самых близких к Земле потенциально обитаемых планет. Именно поэтому в октябре 2017 года при помощи радиолокационной антенны в Тромсе, Норвегии, в направлении звезды Лейтена была передана серия радиосигналов, предназначенных для потенциально обитающих там разумных существ. В то же время, пока разумные существа с планеты звезды Лейтена на связь с землянами не вышли, канал Video News благодарит всех за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезна и интересна. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.